Тараклии второй год подряд проходит экономическо-инвестиционный форум. Представители малого и среднего бизнеса, местных администраций, министерств и организаций. В рамках проекта по поддержке и развитию сельского хозяйства и местности в Гагаузии, Тараклии и Сарт, который финансируется Европейским Союзом. Но это только часть национального проекта. В 2016 году была подписана программа, которая называется «Поддержка сельских малых и средних предприятий». В рамках этой программы мы несколько месяцев тому назад подписали грант на 4 миллиона с организацией по продвижению малых и средних предприятий. ОДИМ называется эта организация. Мы просто будем пополнять деньгами национальные программы «Паре 1+1» и программу для поддержки женщин. Да, именно программу для поддержки женщин. У нас идет сейчас тендер для проекта технической помощи, который должен начаться в сентябре этого года. У нас будут европейские эксперты, которые будут помогать всем тем, кто получает гранты, улучшить свой бизнес-план, улучшить маркетинг, помочь им найти новые рынки для сбыта своих товаров или услуг. Также у нас сейчас внедряется в Министерстве экономики еще один большой проект, который называется «Поддержка для инфраструктуры качества». Что это означает? Это означает все, что связано с инфраструктурой качества. Это лаборатории, это аккредитация, это законодательная база, это те процедуры, которые помогут Республике Молдова. Это означает в конечном итоге, что те сертификаты, которые выписывают наши органы, что они признаются странами Евросоюза, и что вы можете экспортировать свой продукт, и вам не надо искать лабораторию за рубежом Молдовы, чтобы эти сертификаты были признаны. Реализовывался проект САРТ программой развития Организации Объединенных Наций. Андрей Стратулат зачитал приветственное слово от Дафины Герчевой, координатора и резидента ПРО ООН. Программа САРТ, внедряемая ПРООН, смогла способствовать не только улучшению социальной инфраструктуры и качества услуг, предоставляемых местными властями, но и стимулировать развитие бизнес-среды. Мы помогали местному бизнесу ассоциироваться посредством двух новых ассоциаций предпринимателей. Мы поддерживали проявление новых предприятий и развитие существующих, что привело к созданию более чем 140 рабочих мест, из которых минимум 40% для женщин. ПРООН будет продолжать оказывать поддержку местному бизнесу в изучении новых путей для использования потенциала и сотрудничества в интересах достижения целей устойчивого развития. Так как частный сектор является чрезвычайно важным участником в этом проекте, мы очень заинтересованы в продолжении диалога и поддержке для разработки и тестирования новых продуктов или решений, которые положительно повлияют на жизнь людей и достижение целей устойчивого развития. В чем привлекательность Тараклийского района для инвесторов и местных предпринимателей? Чем тут можно заниматься, начиная от сельского хозяйства, заканчивая промышленностью и аграрным туризмом? И самое главное, где взять на это деньги и получить необходимую консультацию? Все это можно было узнать на этом форуме. Надо встречаться, надо говорить с инвесторами, надо говорить с экономическими агентами, надо довести особенно до молодежи, смелее идти на освоение инвестиций, потому что вот сегодня есть интереснейший проект по авансовым инвестициям. Надо брать, это дает деньги без контрибуции, это дает деньги на тепличные хозяйства, на пасеки, на мелкие животноводческие фермы, на развитие орошения. Если из 150 человек сегодня присутствующих, 5-10 человек смогут понять, вникнут, рискнут. Пусть это 50 рабочих мест, 60, 80, это немного, но каждый год по 60-80, это 5 лет, это 500 рабочих мест. Уже год как в Тараклии работает крупный инвестор, владелец нескольких больших швейных фабрик в Болгарии Петко Петков. Он открыл такую же фабрику в городе, выкупил разрушающееся пустующее здание и открыл 50 рабочих мест. Это българский район, только языковая барьера не существует, но это маленькая причина. Главная причина в том, что это има интерес голям на управляющих, на хората в Тараклии за инвестиции тук. Чувствуем се тук комфортно, чувствуем се тук как в Болгарии. В момента сме открыли 50, но
Целта е тая, тук да обхванем всички безработни на територията на Тараклийски район. Колкото са хората, толкова работни места ще открием. Това не е целта, това не са принципите, от които изхождаме. Имате ли някакви трудности с работа в Тараклийски район? В интерес на истината ще бъдем прекалено хвалебствени, ако не подчертаме някои трудности. Какво се състоят те? Ами все още една голяма администрация. Все още администрация, която има така по-стар подход. Малко не остава на спокойствие бизнеса. Хубаво администрацията да се търси само интереса, имам предвид икономическия за района, а да остави бизнеса, той свърши работата. Да не се намисля пряко в дейността му. Немало возможностей открываются и действуют для мелких и средних предпринимателей, женщин, молодежи, стартапы и развитие существующего бизнеса. ОДИМ, то есть организация по поддержке такого рода предприятий, запускает и продолжает различные программы, куда могут обратиться те, кто хочет заниматься или занимается своим делом. Поддержка и финансовая, и консультационная. Подобные программы разрабатывает и внедряет агентство по международному развитию США, которое работает как для местных администраций, сообществ, так и для сельхозпроизводителей. Мы внедряем новые технологии, мы поможем внедрить новые технологии по новым сортам винограда, по ягодам. Также мы знаем, что есть у вас очень много производителей меда по пчеловодству. Мы также работаем очень тесно с ассоциациями, внедряем очень важные проекты секториальные вместе с национальными ассоциациями. Будем не прочь посотрудничать и с ассоциациями тут в Тараклии, если они есть, если будет местная инициатива. В принципе, в этом году, в августе, мы будем планировать нашу деятельность на следующий год. И начиная с этой осенью мы будем объявлять наши гранты на сайте civic.md. Итогом бизнес-форума стало подписание очередного соглашения о сотрудничестве между свободной экономической зоной Тараклия и потенциальным ее резидентом Христо Табаковым из Болгарии, занимающимся производством рекламных и издательских услуг.